Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас вторая тренировка. Тренировка направлена на проработку всех групп мышц. Сегодня можем применять уже утяжелитель. У меня это гантельки. Если у вас нет гантелей, вы можете взять две полуторалитровые бутылочки или поллитровые бутылочки, смотря там, как вам удобно. Итак, начинаем с разминки. Круговые вращения головой. 4 в сторону и 4 в другую сторону. Затем плечи. 3, 4 и 4 вперед. 4, 3, 2, 1. Локти. 4, 3, 2, 1. Внутрь. 4, 3, 2, 1. Корпус. Вращайте только грудным отделом. Таз неподвижен. Поясничный отдел стабилен. Таз. Вращаем тазом. 4. 3, 2, 1, коленки, 4, 3, 2, 1, внутрь, 4, 3, 2, 1, оба колена, 4, 3, 2, 1, другую сторону, 4, 3, 2, 1, стопы, внутрь, 4, 3, 2, 1, вторая, 4, 3, 2, 1, внутрь, 4, 3, 2, 1, согреваемся, степ тач, захлёст, захлёстываем голень, 4, 3, 2, 1, руки в стороны, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вверх, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, колено, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, поднимаемся на носочек, 4, 5, 6, 7, добавляем руку в сторону, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вверх, 2, развороты корпусом, 4, 5, 6, 7, 8 и вниз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, побежали. Легким бегом согреваемся, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и прыгаем, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Побежали. Вы можете заменить прыжки. Просто поднимать вверх колени. Бег можете заменить на быстрый шаг. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И прыгаем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Ножки широко в стороны. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Только в одну сторону. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Повернулись. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ножку на пяточку и вперед. Поменяли сторону. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поворачиваемся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ножку на пяточку, потянулись, тянемся вперед, толкаем таз в потолок, ноги вместе, круглой спиной, поднимаемся вверх. Хорошо, начинаем непосредственно саму тренировку, берите гантели, гантели перед собой. Первое упражнение — приседания, стопы шире таза, на ширине, чуть шире плеч, приседаем, толкаем таз назад. Разрываем стопами коврик и поднимаемся вверх.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Собираем стопы уже на ширину таза. Отпускаемся в становую тягу. Начинаем движение со сгибания в тазобедренном. Отталкиваем таз назад стопами, разрываем коврик. Соблюдаем три точки опоры на вашей стопе. Большой палец, мизинец, пяточка. Этими тремя точками отталкиваемся от пола при подъеме, разрывая стопами коврик. Не прогибаем поясницу, грудной отдел, шея продолжает позвоночник. Еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Заводим руки вверх. Следующее упражнение для трицепса. Мышцы рук. 1, 2. Прижать локти к голове. Ближе. Не разводить локти. 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще 10. Если вам тяжело, можете убрать вес, либо оставить только одну бутылочку или одну гантелю. 6, 5, 4, 3, 2. Повторяем. Второй подход. Ноги шире. Приседаем. 20 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, не клюйте тазом при приседании, не ходите коленками, не забывайте стопами разрывать коврик при подъеме. Еще 5, 4, 3, 2. Отлично. Становая тяга. Опускаемся вниз. Очень важно в упражнении не чувствовать поясницу. Работать ягодичными. Не переразгибать поясничный грудной отдел. Соблюдать нейтрали позвоночника. 5, 6. Слегка призгибаем колени. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хорошо. Руки вверх. Прижать локти к голове. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не разводите локти в стороны. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хорошо. Ложимся на коврик. На спину. Руки за голову. Поднимаем вверх лопатки. На вдохе надуваем низ живота. На выдохе подтягиваем живот внутрь, вверх лопатки. Выдох, вверх. Выдох, вверх. Не надувайте живот домиком и не выталкивайте при подъеме живот вверх. 4, 5. Очень важно подключать мышцы тазового дна. И работать глубокими мышцами пресса. Не создавать внутрибрюшное давление при подъеме. Для этого на выдохе
Подтягиваем живот внутрь, снизу вверх. Еще 10, 9, 8, 7. Не отрывайте поясницу при подъеме. Поднимайтесь без рывка. 4. Подтягивая живот внутрь на выдохе. 2. Остались наверху. На выдохе подтянули живот внутрь и пульсируем. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не напрягаем шею. Работаем только животом. Живот толкаем внутрь. Еще 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поворачиваемся, выходим в планку. Стоим в планке 20 секунд. Не сцепливаем кисти, локти обязательно под плечами. На выдохе подтягиваем живот внутрь. Пяточками тянемся в стену, макушкой в другую стену. Сохраняем нейтрали позвоночника. 5, 6, 7. Не висите на грудной клетке, грудью толкайте спину назад, вверх. На выдохе подтягивайте живот внутрь. Еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Встаем. Прыгаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдыхаем. Прыжки вы можете заменить высоким подниманием колена, либо легким бегом. Все зависит от того, в каком состоянии ваши колени, ваша поясница. Если вы чувствуете какой-то дискомфорт, значит, нужно облегчить вариант упражнения. Продолжаем. Гантели берем в руки. Следующее упражнение у нас выпады назад. Поочередные выпады назад. Стабильное колено. При подъеме подключаем три точки опоры на вашей стопе. Большой палец, мизинец и пяточка. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не заваливайте колено внутрь. 8, 9, 10. Опускаемся в становую тягу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Продолжаем. Работаем мышцами спины. Согнуть колени, толкнуть таз назад, не переразгибая поясницу, сохраняя нейтрали позвоночника. Подтягиваем локти вверх. Работаем широчайшими мышцами спины. Вы не должны чувствовать нагрузку в шее и в плечах. Работать спиной. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поясницу не нагружаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Продолжаем. Повторяем второй подход. Выпады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Отпускаемся в становую тягу. Раз. Начинайте движение со сгибания в тазобедренном суставе. Не подменяйте сгибание в тазобедренном прогибом в пояснице. В этом упражнении вы не должны чувствовать излишнее напряжение в пояснице. Работают ягодицы и задняя поверхность бедра. Еще 10. 9. 8. Не забывайте при подъеме давить на три точки опоры на вашей стопе. Большой палец, мизинец, пяточка. И разрывать стопами коврик, подключая ягодичные мышцы. 2. 1. Отлично. Продолжаем работать спиной. Согнули колени. Толкаем локти вверх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два. Не напрягайте шею, не напрягайте плечи. Работайте спиной. 7, 8, 9, 10. Отлично. Отпускаемся вниз. Сгибаем ноги в колени, поднимаем вверх лопаточки, раз. На выдохе обязательно подтягиваем живот внутрь. Обязательно снизу вверх внутрь. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9. Оставьте лопаточки на весу. Затяните живот внутрь, поочередно отпускайте согнутую ногу, касаясь пяточкой пола. Не надувайте живот, живот внутри, поясница плотно прижата к полу. Выше лопатки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повернулись. Выходим в планку. Не сцепливаем кисти. Локтями разрываем коврик. Локти под плечами. Пяточками тянемся в стену, макушкой в другую стену. Не висим на грудной клетке. На выдохе подтягиваем живот внутрь. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Отлично. Встаем, прыгаем. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Шагаем. Отдыхаем, попейте водички. Продолжаем. Берем одну гантельку. Отпускаемся в становую тягу на одной ноге. На одну ногу. Начинаем движение со сгибания в тазобедренном. Три точки опоры на передней ноге. Толкаемся от пола большим пальцем, мизинцем и пяточкой одновременно. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, и добавляем тягу спиной. Широчайшие мышцы спины, тянем локоть вверх. Раз, отпустились, тяга противоположной рукой. Два, три, четыре. Очень важно не тянуть плечом и шеей, а именно спиной. Пять, шесть, семь, восемь. Еще два, девять и еще один. Остались здесь. Локоть вверху. Так, толкнули таз назад. Раскрываем локоть. 10, 9, 8. Не нагружая шею. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Продолжаем работать этой же ногой. Заводим ногу внутрь и вверх. Внутрь, вверх. Обратите внимание, мы не делаем здесь вот такой выпад. Ни в коем случае. Становая тяга с дотягиванием ноги назад. Вбок. Три. Четыре. Колено находится строго в одной плоскости со стопой. Шесть. Уводим таз назад и ногой дотягиваемся внутрь. Десять. 9, 8, колено строго над вторым пальцем вашей стопы. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добавляем гантели. Вверх. Поочередно касаемся противоположного плеча. Два. Не разводим руки слишком широко. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Слишком не машите руками. Пять. Шесть. Семь. 8, 9. Отлично. Поменяли сторону. Продолжаем. Отпускаемся в становую тягу. Раз. Два. Не подменяйте сгибание в тазобедренном перед разгибанием поясничного отдела. 4. Вот оно. Толкаем таз назад. 5. Таз назад, слегка сгибая колено. Подключаем 3 точки опоры на стопе. Поднимаемся вверх. 9. 10. Еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И добавляем тягу с широчайшей мышцей спины. Раз. Широчайшей мышцей спины работаем. Два. Три. Очень важно не переразгибать поясницу. 4. Правильно распределять нагрузку на ягодицу и на широчайшую мышцу спины. 6, 7, 8, 9. Остались здесь. Разгибаем. Разгибаем локоть. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Заводим ногу внутрь. Раз. Сохраняем. Обязательно колено, стопа в одной плоскости. Колено строго над вторым пальцем вашей стопы. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять. Выталкивайте таз. 6. И чуть-чуть сгибайте колено. 8, 9. Отлично. Добавляем вторую гантелю. Руки вверх. Опускаемся к противоположному плечу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо. Ложимся на коврик. Открываем ножки вверх. На выдохе подтягиваем живот, поднимаем по парочке. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не делайте слишком большую амплитуду подъема корпуса. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Поставьте лопатки на весу, слегка отрывайте таз, затягивая живот внутрь. 2. Не машите ногами. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять. Обязательно подтягивайте на выдохе живот внутрь. 7, 8, 9, 10. Выходим в планку. Все то же самое на выдохе. Подтягиваем живот внутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Отлично. Встаем, прыгаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отдыхаем. Попейте водички. Осталось совсем немного. Становимся на четвереньки. Проследите, чтобы ваши кисти находились под плечевым поясом и ваши колени под бедром. Можно подложить гантелю под колено или бутылочку. Можно выполнять без ничего, без веса. Поднимаем колено вверх. Обратите внимание, поясница стабильно зафиксирована и не ходит вниз-вверх. Вы работаете только ягодицей. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Пульсируем вверх. Раз, два, три, четыре. Маленькой амплитудой, не включая поясницу. 6, 7, 8, 9. Шея продолжает позвоночник, грудной отдел не проваливается. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Продолжаем работать этой же ногой. Бок. Раз, два. Старайтесь не шевелить сильно тазом и не заваливаться на опорную ногу. 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9. И пульсируем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Маленькой амплитудой. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Отлично. И теперь мы соединяем два упражнения. В бок, вернуть, вверх. В бок, вернуть, вверх. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Дальше работаем на мышцы рук и спины. Вам понадобится любая возвышенность. Это может быть лестница, это может быть стул, кровать. Неважно. Кисти направлены по направлению вперед. Локти близко друг к другу. Опускаемся вниз, вверх. 1, 2. Не работаем тазом. 4. Не помогаем себе, только руками. 6, 7, 8, 9, 10. Плечи опущены, шея длинная. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Отлично. Поменяли ногу. Уложили гантели под колено. Поднимаем колено вверх. 1, 2, 3. Не работаем поясницей. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И пульсируем вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично. Продолжаем. Работаем бок этой же ногой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не раскачивайте тазом. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И пульсируем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично. Продолжаем. Работаем этой же ногой. Бок, вверх. Бок, вверх. 2. Обратите внимание на поясницу. Она должна быть строго зафиксирована. Работает только ягодичная. 6, 7, 8, 9. Отлично. Убираем гантели. Продолжаем работать руками. Опускаемся вниз, вверх. 1, 2, 3, 4. Не разводите локти. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Ложимся на коврик. Согните ноги в коленях. Колени навстречу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
9, 10, 10, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И крис-кросс. Дотягиваемся противоположным коленом до локтя. Не катаемся на пояснице и на лопатках. Не перекатываемся с лопатки на лопатку. Поясница строго прижата, живот внутри. Мы вращаемся вокруг оси позвоночника. 10, 9, 8, 7. Только грудным отделом вращаем. 4, 3, 2, 1. Поворачиваемся, планка. Так, стоим в планочке. На выдохе подтягиваем живот внутрь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Встаем, прыгаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично, молодцы. Закончили тренировку. Заминаемся. Садимся на коврик, разводим ноги в стороны, выпрямляем спину, восстанавливаем дыхание, тянемся макушкой в потолок, копчиком в пол, вытягиваем позвонок за позвонком вверх. Представьте, что ваша голова – воздушный шарик, улетает вверх, и вы, ваш позвоночник, вверх за головой, позвонок за позвонком вытягивается в потолок. Сохраняя осевое вытяжение, дотянитесь до стопы. Не поднимайте колено. Колено обязательно лежит на полу и в бок. В другую сторону, к стопе. И в бок. Вперед. Ножки вместе, стопы на себя, вперед, прямую ногу на себя, колено выпрямить, перекидываем колено, ногу через колено и уходим в ротацию в бок. Меняем сторону, на себя, перекинуть в бок. Садимся в позу лотоса, спина прямая, продолжаем сохранять осевое вытяжение позвоночника, тянемся макушкой, макушкой туда, в потолок, или представьте, что кто-то за уши поднимает вас вверх, и позвонок за позвонком вытягиваемся вверх, 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 тянем голову в другую сторону, руку вверх. Меняем. Вперед. Ложимся на спину. Прямую ножку на себя. Поменяли сторону. Обе ноги на себя. Открываем таз, растягиваем поясницу, пяточки тянутся в стену, поворачиваемся на четвереньки, округляем спину вверх и проваливаем вниз, округляем вверх и проваливаем вниз. Покачали тазом из стороны в сторону, садимся в бок и в другой. Уходим в позу кобры, опускаем плечи от ушей, раскрываем грудную клетку, макушкой тянемся в потолок, не закидываем шею,
подбородок параллелен полу. Опускаем таз на пяточки. Постарайтесь полностью сесть, руки перед собой, голову отпустить. Поднимаемся вверх, уходим в позу собаки. Толкаем таз вверх и вниз. Вверх, вниз. Идем руками к ногам. Обнимаем себя за локти и висим. Полностью расслабьте спину, шею, голову. Округляем спину и позвонок за позвонком медленно поднимаемся вверх. Руки вверх, тянемся в потолок и в бок. Раскрывая ребра. Руки в замок и через себя. Отлично, спасибо, молодцы.